Мой брат уехал на Ямал, на первый в Арктике завод. Его по-братски друг позвал и думал, что с собой возьмет в ту ледяную красоту, где строят будущее люди, что, дескать, вновь в одну струю бок о бок мы трудиться будем. Но сам экзамен не прошел, где не прошедших было много. И брат тогда себя нашел и собираться стал в дорогу. Как трясогузку ловкую поймал он этот шанс туда поехать. И ветром шквалистым Ямал хлестал, где было не до смеха. Не то чтоб им богатство обещали, не то чтоб мир познать пустыни снежной, где северным сиянием вещали, там небеса о бесконечном и безбрежном, где все покинувшие дом добытчики, мечтатели, и те, кто вахту сменит их потом, земли далекие приятели. Встречаются здесь страны, города в одном рукопожатии, где не дают им разницы года при их ответственном занятии. Оживший север, на оживление северной страны, и караваны ждут свой ледовитый путь. Там люди силой духа и надежд полны, и дома каждого их после вахты ждут. Не каждый сможет так уехать, и я там не был никогда. Мой брат, когда домой ты будешь ехать, знай, что рад я тебе всегда.